Дорогие фейсбилдеры, здравствуйте. Меня зовут Ирина Бельская. Я топ-тренер нашей школы Женя Баглак Фейсскул. Самый частый вопрос, который мы слышим, это упражнение по поводу носогубной зоны. Как убрать носогубку, как разгладить носогубные складки и так далее. Это действительно важный вопрос, потому что, во-первых, это центр лица. И, во-вторых, за носогубную складку отвечает не одна мышца, а несколько мышц. Давайте разберемся, что такое носогубка. Носогубка – это зона от ноздрей до уголков губ. То есть вот эта вот зона. Здесь фиксируются мышцы, которые центральная часть лица формирует у нас и вплетается в круговую мышцу рта. То есть это большая, малая скуловая, мышца, поднимающая край губы, мышца, поднимающая верхнюю губу, мышца, поднимающая крыло носа и верхнюю губу. Вот я их сейчас все перечислила. Для того, чтобы наша носогубная зона в зеркале нас радовала, нам нужно в идеале прорабатывать все эти мышцы, каждую по отдельности. И в программе нашей школы Женя Баглак Фейсскул есть упражнения на каждую эту мышцу по отдельности. То есть мы именно так и делаем, прорабатываем каждую мышцу. И обязательно, естественно, круговую мышцу рта тоже мы прорабатываем. И я сегодня хочу с вами показать вам одно такое упражнение для мышцы, вот, которые формируют у нас носогубную зону, одна из этих мышц. Давайте вы приготовите зеркало, помоете руки, потому что мы сейчас будем пробовать это упражнение, и вместе со мной, собственно, разберем технику, что должно быть, какие могут быть ошибки, как надо и как не надо. Для начала мы немножко согреем с вами центр лица. Поделайте круговые движения в любую сторону, в какую вам комфортно. Поперекатывайте воздух. Не надо спешить, не делайте в моем темпе, вы можете делать быстрее, медленнее. Главное, чтобы вы чувствовали, что воздух вот тут вот проминает все. Вы дышите, вы не задерживаете дыхание. И если не получается надувать, вы просто надувайте по очереди. Щека, губа, щека, губа. Рот просто расслабленно держит шарик воздуха. Давайте еще чуть-чуть. Вы такой массаж себе делаете. Поменяйте направление в другую сторону. Точно так же, раз 5-6, поперекатывайте воздух. Обычно в другую сторону немножко сложнее, непривычнее, поэтому можно делать медленнее. Опять же таки, если не получается перекатывать, просто по очереди понадувайте, просто теперь в другом направлении. И вы почувствуете, в какой-то момент у вас начнет получаться, вы начнете перекатывать воздух по кругу. Есть, делайте так 5-6 раз, немножко эту зону согрели, почувствовали приток крови здесь. И теперь, собственно, учим упражнение. Упражнение, которое я хочу вам дать сегодня и которое хочу с вами разобрать, это упражнение на мышцу, поднимающую край верхней губы. Я ее перечислила, когда называла, собственно, все мышцы в этой зоне, то есть я в том числе и эту мышцу озвучила. Маленький вам инсайт такой небольшой. Мы, инструкторы нашей школы, мы ее между собой называем клыковая. То есть это еще одно название этой мышцы. Ну, почему клыковая? Во-первых, потому что так короче, естественно, чем мышца, поднимающая край верхней губы. И второй момент, почему клыковая? Потому что сразу понятно движение, которое делает эта мышца. Когда она сокращается, она открывает клыки, то есть четвертый зуб. То есть она делает вот такое движение, как животный оскал. То есть нам нужно края верхней губы сдвинуть немножко в стороны. Вот это движение. То есть если по одной поделать эту парную мышцу, то получается вот такое движение. В одну сторону, в другую. То есть вот так. Вот это сокращается клыковая мышца. Попробуйте сначала само движение. Если вы начали вот так делать, пробовать, у вас начали подключаться уголки губ, это неверно. То есть улыбаться нам не нужно, это скулы. А нам нужна именно мышца, поднимающая край верхней губы. Сразу сделайте меньшую амплитуду. То есть будет небольшая амплитуда, но у вас должно быть ощущение, что вы губу немножко так в стороны тянете. Даже пусть маленькой амплитуды. Теперь, собственно, это наше движение будет. Теперь техника выполнения, фиксация. Эта мышца лежит достаточно глубоко, она лежит вторым мышечным слоем, то есть она фиксируется и находится под другими мышцами носогубной зоны. Поэтому, когда она сокращается, она смещает большой объем кожи. Видно, какие глубокие носогубные складки она нам делает. Теперь мы будем фиксировать, чтобы не было этих носогубных складок, и делать упражнение. Средний палец мы укладываем по направлению носогубной зоны, безымянный мы укладываем под средним. Хорошо вот здесь возле носа все прижимаем подушечками пальцев. И начинаем делать это же движение, то есть двигать верхнюю губу вот так вот в стороны, тянуть ее, но с небольшой амплитуды. Делаем. И у нас получается вот такое движение.
чего не должно быть в этом упражнении, как неправильно. Если у вас, как и у меня, для меня это упражнение лично достаточно сложное, потому что когда я делала вот это движение, как вы видите, у меня формируется вот здесь вот над верхней губой горизонтальный залом. Это обусловлено строением моего лица, то есть у меня так расположены мышцы, а это в первую очередь зависит от костей черепа. У меня достаточно близко все мышцы лежат, потому что кости черепа узкие, поэтому у меня всегда вот здесь идет складка, когда я просто делаю это движение. Если у вас та же ситуация, то есть идет горизонтальный залом, вы держите очень хорошо безымянным пальцем, вот делайте как я, то есть вы хорошо средним пальцем держите основание носогубной складки, безымянным хорошо фиксируете вот здесь вот верхнюю губу и делаете с очень маленькой амплитудой. То есть вы проверяете в зеркало, вы не допускаете формирования этого залома, не надо делать большой амплитуды. Маленькая подсказка, как почувствовать, что работает именно эта мышца, потому что сейчас у вас напряжение и вот здесь, и сюда может уходить. Когда эта мышца работает, она вплетается прямо в верхнюю губу, у вас вот здесь идет небольшое напряжение, вот изнутри по верхней губе. Как будто вы ее чуть-чуть, может быть, даже ощущение слегка как выворачиваете. Если вот здесь вы чувствуете небольшое напряжение, вы делаете все правильно. Здесь напряжение под пальцами верно, и оно даже может быть частично сильнее, чем здесь. Дело в том, что мышца не лежит отдельно, а она также здесь вплетается в мышцу, поднимающую верхнюю губу. Но помимо этого напряжения, вы обязательно должны вот здесь тоже чувствовать напряжение. То есть по краю, не уголок рта, а вот здесь выше, по краю верхней губы. То есть вот наше движение с минимальной амплитудой, чтобы не было заломов, если тем более здесь он формируется. Обязательно безымянным хорошо держите, как я. Чего еще не должно быть? Не должно быть движения уголками губ. Если вы видите, что у вас хоть чуть-чуть двигаются уголки губ, вы себе формируете складки такие полумесяца над уголками рта, и вы даже можете не увидеть это, потому что вы пальцами прикрыли эту зону. То есть уголки губ не двигаются, это просто смещается нагрузка на скулы. Еще один момент, чего не должно быть. Не должна вот так вот гулять по лицу, ваши пальцы не должны двигаться. То есть у вас просто вот небольшое с маленькой амплитудой движение только верхней губы. Не должна ни в коем случае вот здесь быть заломов. То есть следите, чтобы вот такого не было, не делаем себе заломов по нижнему веку. Если все вышеперечисленное происходит, то есть тут идет залом, уголки губ подключаются, здесь двигается, или все вместе, или что-то из вышеперечисленного, вы просто делаете с меньшей амплитуды. То есть начните с небольшой амплитуды. Пусть это будет очень небольшая амплитуда, пусть это будет небольшое движение. Но даже если вы чуть-чуть делаете или вообще не двигается верхняя губа, но вот здесь у вас идет напряжение, нужная мышца вам уже работает. Вот таких нужно сделать 30 раз в среднем темпе, с секундной паузой. Сейчас мы вместе со мной, я отсчитаю, сделаем 10 раз, попробуем. Давайте фиксируем, средний палец вкладываем на носогубную зону, безымянный, средний по направлению носогубки. Не вот так, не где-то здесь, а вот по направлению носогубной складки и прям вот сюда, вот, то есть вот где она у нас формируется при движении. Вы хорошо здесь все держите. Безымянный укладываем под средним, с двух сторон держим. Плечи расслабляем, опускаем, не поджимаем ни в коем случае плечи. Фиксируем и 10 раз делаем вместе со мной. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И держим. Держим. Отдыхаем. И надуваем верхнюю губу. Вот таких вы делаете каждый день 30 раз в среднем темпе, секундной паузой. На последний счет вы держите задержку 5-секундную. Перед этим вы греете, делаете круговые движения в одну, в другую сторону 5-6 раз. И вы увидите, как ваша носогубная зона начнет уплотняться и подтягиваться. Это очень хорошее эффективное упражнение. Мы его с вами подробно разобрали. Я надеюсь, видео вам было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, какие-то комментарии под видео оставляйте, я обязательно отвечу.